Оверлок GN1-2. Принесли оверлок. Говорят, поставили ремень и перестал работать. Ну, значит, смотрим, проверяем. Еле-еле двигается. Ну, что можно сказать? Шкив двигателя стоит дальше. Ремень идет на излом, на перекос. Ну и ремень очень туго натянут. Смотрите, ну просто как струна. Ну, так быть, конечно, не должно. Значит, сначала нам нужно выставить ремень по оси, сдвинуть влево, а потом сделать натяжение. Так, отключаю. Так, сзади у нас вот есть крепление, и мы и регулируем. Так, откручиваем. И смещаем его так, чтобы у нас ось стояла по центру, чтобы ремень не перекашивало. Так, ну его просто зажали очень сильно. Теперь затягиваем. Вот соосность я сделал. Проточка шкива двигателя и машинки должны быть по прямой. Так, затягиваем. Затягиваем хорошо. И второй. Так, есть. Теперь нам нужно уменьшить натяжение ремня. Так, беру ключик на 7. И откручиваю. Значит, не тот ремень поставили. Возможно. Так, ну вот ремешочек маленький. Так, вот так вот. И берем на себя его, оттягиваем. И затягиваем. Так, немножечко вот один я затяну. И чуть-чуть вот так вот нижним теперь подрегулирую, дам натяжку. Есть. Так, затянули. Видите, чуть-чуть прослаб. Значит, можно немного открутить. Так вот, верхний винт. И немножко подать еще, дать натяжечку ему. Вот так вот. Ну, вот так вот. И через время ремешочек растянется. Если будет проскакивать, то можно еще сделать натяжку. Так как силиконовый он растягивается. Все. Так, движочек что-то хиленький. Ну и, конечно же, нужно почистить его и сделать смазку. Так, проверим, как у нас режут ножи. Ну, нож режет нормально. Берем, снимаем лапку.
Так, снимаем игольную пластину. Здесь две нитки. Вместо правого петлителя стоит ширитель. Он рожком вот так вот стоит. Так, берем, убираем чуть на себя и выдвигаем. Так, нам нужно посмотреть, что у нас здесь. Ну вот, игольная пластина немного побита. Так, ну и смотрим, вот здесь вот есть заусеница, и это может привести к обрыву нитки. Отверстие игольной пластины. Значит, это нужно обязательно шлифануть, полирнуть. Можно алмазным надфилем, можно мелкой-мелкой наждачкой. Но желательно потом заполировать. У меня конусная насадка алмазная. И ей я прохожусь вот так вот, чтобы сбить заусеницу только. Ну и здесь, конечно же, пылячка, грязючка, все это нужно удалить, видите. Значит, еще нужно взять вот такую отверточку или что-то, и вот здесь вот между зубьев, здесь мусор собирается, он запрессовывается. Это все нужно убрать. Вот, видите. Так, ну все, это все нужно почистить и потом смажем. Чистим щеточкой, вот так вот. Так, делаем смазка оверлока.